Сезоне нет. В моей жизни существует только одно лекарство, это лимон. Александр психолог, он уверен, все болезни от головы. Несколько лет назад он решил полностью отказаться от лекарств. А лимон лишь поддерживает в организме щелочную среду. Этого, по мнению мужчины, более чем достаточно, чтобы никакой грипп не пристал. Я уверен, у меня мысль постоянно транслирует. Я здоров, я здоров, я здоров. То вирус, попадая в организм, не имеет питания. И он такой попал, ну, в общем, и нечем ему питаться, и он не пошел развиваться в болезнь. Врачи такой подход не разделяют, хотя поддержание иммунитета действительно может защитить от гриппа. Для этого нужно правильно питаться, соблюдать режим, несколько раз в неделю заниматься спортом.